Наша МУП «Дороги Владивостока». То есть все средства, которые город выделяет сейчас, они идут на муниципальное предприятие, они идут в частные руки. То есть и любое вложение средств, и в том числе на текущее содержание, это развитие собственного предприятия, которое принадлежит городу, то есть всем горожанам. То есть это, я считаю, очень правильным и нужным. Тем более, что МУП показывает, что он работает эффективнее и лучше всех. И